прошлом году судьи региона рассмотрели по существу более 6 тысяч уголовных дел. Эта цифра стабильная из года в год и говорит о сравнительно низком уровне преступности в области. А вот количество гражданских дел выросло. В первую очередь это споры о взыскании задолженностей. Судами традиционно рассматривается достаточно большое количество дел. Порядка 280 тысяч дел было рассмотрено судами Тамбовской области. Это очень большая цифра. Несколько снизилась нагрузка мировых судей за счет того, что были внесены изменения в закон, и теперь налоги и сборы взыскиваются с граждан во внесудебном порядке. В связи с мораторием на внеплановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей также снизилась нагрузка на мировых судей, ведь такие проверки нередко приводили к делам об административных правонарушениях. Также на 20% снизилось количество дел в области безопасности дорожного движения. В структуре рассмотренных в прошлом году судьями Тамбовской области административных дел первые строчки занимают дела, связанные с общественным порядком и безопасностью, а также с нарушениями правил дорожного движения. С отличными показателями закончил год и арбитражный суд Тамбовской области. Было рассмотрено свыше 30 тысяч экономических споров, что выше показателей 2022 года на 32%. В апелляционной инстанции мы в этом году заняли первое место по округу. У нас 98,7% стабильности качества отправления правосудия. В арбитражном суде Центрального округа показатели 99,5%, что выше средних показателей по Центральному федеральному округу. Стабильность и качество правосудия судьи смогли обеспечить при немалой загрузке. Больше 30 тысяч дел рассмотрели 28 судей арбитражного суда. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.